погиб. Сейчас, сейчас, я понял. Озеро Ричево. Пошли, пошли, пошли.
Добрый день. Христос воскрес. И вас также. Пес из Пити. Мама уже ушла. Что, мы будем шли, я на туда пойду?
подобному месту Симона Канонита. Именно здесь, в 55-м году нашей эры, по церковной литературе, Симон Канонит был обезглавлен римским легионером. На месте его убиения был поставлен крест. Ниже креста, обратите внимание на камушки с красноватыми оттенками, по преданию это несмываемая кровь святого апостола. Паломники считают эти камни священными, хотя ученые доказали, что это красный крест. Ниже по течению возле первого апостола.
корова буде спіхати. Я уже готов.